Всех приветствую. Сегодня 3 мая, 7 утра. На улице порядка 2 градусов тепла. Значит, на Томи вода еще высокая. Поэтому сегодня пришел опять на Мунгат. Да, здесь все в кустах. А вот еще и моя тропиночка закончилась. Вот так вот. Так. Все кругом затопило. Так, ладно, пойдем обратно. Посмотрим, что да как можно. Надо найти такое место, чтобы зацепов не было. Кустов, чтобы не было возле берега. Там одно только было, и то... Ну, вода, конечно, высокая. Можно, конечно, попробовать возле обрывчика на поплавочку. Сейчас походим, посмотрим, где можно здесь. Так бы я хотел еще на доночку порыбачить, но что-то я не знаю. Ну, вот только вот это вот более-менее подходящее место. И то, наверное, здесь тоже кусты под водой. Ну, не знаю, надо проверять. Ладно, здесь, наверное, попробую доночку закину. Пару раз проведу, посмотрю. Вон там, возле кустика, уже кто-то зацепился, оторвался. Поплавок плавает. Буду рыбачить на поплавочную удочку пробовать. Потому что на донку здесь по-любому зацепы будут одни. Потому что все, весь берег в кустах. А так, сейчас удочкой похожу по обрывчикам. Попробую. Ну и здесь посижу. Так, пробовать буду на червячка вначале. Так, ну что, будем пробовать. Тут еще плохо. Деревья прям, удочку только вот между ними можно поднять. Там, блин, сучки. Зато здесь тихо, спокойно. Течения нету. Птички поют. Не скучно. Красота. Погода тихая. Штиль. Сегодня днем обещаю где-то плюс 20 градусов. Так, рыбачу минут 20, пока поклевочек нету. Но рыба ходит, плескается, то есть рыба есть. Я, наверное, сейчас поводок поставлю 0,1. Потому что у меня стоит 0,2. Возможно, толстоватая лесочка, наверное. Поэкспериментируем. Так, все, поставил поводочек 0,1. Тонюсенький. Сейчас будем пробовать. Так, поставил еще донку. В общем, весь арсенал сегодняшний у меня заряжен. Ждем поклевок. Первая потеря. Оторвал крючок. Зацепился. Поклевочка. Хоть поклевку сегодня увидеть. То прям. Давай, давай, давай. На данный момент хотя бы просто поклевку увидеть. Даже не поймать. Уже сижу сколько? Время 8 уже, где-то час. Вот первая поклевка такая прям стопроцентная. Ну, вы видели. Так. Блин, ничего нету. Так, ну это уже поинтересней. Начал он туда вон подальше закидывать. Уже получше. Так. Ну-ка. Чью-то удочку достал. Поплавать.
рыбачек. Так, первая рыбка на поплавочек клюнула. Блуда, кормушечка и сеточка просто. Ну и как на доночку рыбачишь потихонечку, блин, прикольно. Да, чебачок. Если уже наловили. А что, давай ради эксперимента сюда закинем, посмотрим, что будет. Так, ну что, время 11 часов, значит, удочка еще пока стоит, пока забросил, жирного червяка туда одел. Вот, значит, что удалось поймать. Вот так. Сюда. Так, значит, удалось поймать так, вот такое солнышко, вот такую рыбеху. Не крупненькая, правда, но, как говорится, мелочь, но приятно. Огромное спасибо хочу сказать Антохе, который сегодня рыбачил рядом со мной. Если бы не он, я бы сегодня, наверное, бы ничего бы не поймал, так как он пришел, прикормил рыбку, и рыбалка пошла. Поэтому, Антоха, тебе большой привет, спасибо тебе. Кстати, сегодня еще помимо рыбы мне удалось выловить вот такой вот поплавочек. Думаю, пригодится. Кто-то здесь зацепился. Здесь в кустах я сегодня донкой вытащил. Ну, правда, только поплавок. Так, ладно, сейчас буду собираться. Еще, может быть, чуть-чуть порыбачу. Ну, скорее всего, буду рыбачить, пока буду собираться. Донку пока соберу. В общем, душу сегодня отвел. Блин, здорово. Правда, мелочь, но приятно. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока.